Депутаты Европарламента посетили зону АТО в сопровождении украинских парламентариев, в том числе Марии Ионовой и Ирины Фриз. Политики посетили Широкино и пообщались с местными жителями. По словам евродепутатов, увиденное произвело на них неизгладимое впечатление. Однако на этом поездка не завершилась. Группа в том же составе планирует сегодня выехать в Мариупольский центр оказания помощи переселенцам.